Добрый вечер. Я приветствую всех, кто откликнулся на наше приглашение. Первая композиция, которая прозвучит, я хочу позвать Ахмада Бакаева на сцену. Первая композиция, которая прозвучит, называется «Экскаватор». Но пора переименовать в «Эвакуатор», мне кажется. Thank you.
Анна Королева на саксофоне. Извините. Я очень благодарен, что Анечка пришла сегодня на наш концерт. Спасибо тебе, Аня. Дорогие друзья, не обращайте внимания, мы просто друг близко, друзья, давно так слегка друкуем, потому что рады видеть друг друга. На гитаре, Александр Рамос. На барабанах Дмитрий Сланский. Ахмат Бакаев, клавишный рояль. Композитор. Композитор всего и трудяга всего, бас-гитарист Дмитрий Рыбалов, организатор. Следующая композиция, которую вы услышите, называется «Холмы». Авторство Ахмат Бакаев. Это, знаете, вы на одном форуме мне задали вопрос, почему мы играем композицию Ивана Смирнова и по какому праву. Я сказал, потому что автор Ахмат Бакаев. Thank you.
Аутентичное произведение под названием «Левитация». Thank you.
Александр Рамос, Дмитрий Сланский. Сейчас прозвучит свежее произведение. Вот все спрашивают, когда мы что-нибудь сыграем новое. Ну вот, вы дождались, товарищи. Прозвучат шотландские этюды. Автор Ахмат Бакаев. Thank you.
Это сделали. Ахмат Бакаев, Дмитрий Сланский. Сейчас прозвучит лирическое произведение. Вы знаете, я провел вчера или позавчера весь день в интернете, искал название. У нас же все названия были Q1, такие, знаете, H1, D1, алфавитные. Да, и что мне пришло в голову, что это напоминает шахматы. Я думаю, ходы шахматы. Лошадь уходи, да. И вот следующее произведение у нас было под названием Q1. И мне пришло в голову, что это инсайт. Вот. Так что, может быть, вы оцените это название. Спасибо.
Так, сейчас прозвучит черноморская песня под названием «Алушта». Thank you.
что... Хочу заметить, что название ни в коем случае не имеет политический оттенок. А в зале есть Альба? Альба, ты здесь? Он не пришел. Обещал, не пришел. Значит, мы сегодня без битбокса будем. Ладно, хорошо. Альба, тебе привет. На YouTube увидишь. Да. Привет. Сейчас прозвучит композиция с шахматным названием «Вечный шах». Thank you.
Яичный шар. И знаете, как в том анекдоте, когда музыкант попадает в ад, и он играет в джем-сейшн, он говорит, когда кода? Он говорит, а кода не будет. Все знают, извините. А сейчас прозвучит произведение «Игра вслепую». 7/8. Thank you.
Вы знаете, эта вещь, я родилась из heavy metal рифа. Я играл в 20, мне было 20 лет, я играл в группе. Мы играли такой heavy art rock. Вот этот риф, собственно, взят из творчества 20-летней, сколько же, 25-летней давности, господи. Так. Следующая композиция посвящена людям, которые безвременно ушли от нас. Эпитафия. Thank you.
Сейчас прозвучит композиция «Кош Бакош» из кинофильма «Кош Бакош». Да. Эта вещь является саундтреком в кинофильме. Кош Бакош, музыка Ахмада Бакаева. А сейчас прозвучит композиция «Троянский конь». Мне тут подсказали «Троянский лось», но не знаю. Наверное, это где-то Д1, да. Я приглашаю на сцену Анну Королеву. Чупай.
Троянский конь. Но на этом наш концерт закончен, если у нас есть сразу, мы не будем ломаться, а сыграем на бис. Можно? Знаете, эта композиция названа Ахмадом Бакаевым, наверное, он назвал ее «Дельтаплан», но если у вас возникнет другая ассоциация, прошу вас сказать. Группа «Кош-Бакош». Сегодня на сцене были Александр Рамос, гитара.
Анна Королева, саксофон, вокал. Дмитрий Славский, барабаны. Ахмат Бакаев, клавишные, фортепиано. Спасибо, друзья. Добавляйтесь в нашу группу «Кожа по коже» на Фейсбуке, пожалуйста. И я буду вас удивлять какими-нибудь новостями. Спасибо.